Не будешь? Нет? Всем привет, ребят. Мы сегодня воскресенье, двойной праздник, день ВДВ. Всех ВДВшников поздравляю с праздником. Сегодня еще и Илья, кто, как говорят. А как? Илько. В Украине некоторые говорят Илько, да, а некоторые говорят Илья. Ну, да. В общем, всех с праздником, всем хорошего настроения. Сегодня говорят, что 2 августа. Сегодня 2 августа уже. Угу. Все говорят, 2 августа нельзя купаться, но это точно сказано не про море, потому что если у людей отпуск, и они приехали на море, то никакая ни погода, ни праздник не заставит их вылезти из воды. Сегодня на пляже людей очень-очень много, то есть пляж весь полный. Очень много позанимали лежаками, потому что лежаки платные, и они их расставили где захотели, то есть хочешь лечь, плати деньги. Сколько стоит лежак за день, я не знаю, мы не спрашивали. Но в прошлом году, наверное, 40 было, да? 50 было. В этом году мы не спрашивали. Большая, живая? Не знаю. А ну. Уважаемые отдыхающие! Медуз много. О, живая, большая медуза, живая, смотрите. Да. На пляже, конечно, запах не самый приятный, потому что те медузы, которых выкинули на берег, они прям вонючие. Они уже гниют, и запах, ну, такой духой рыбы, что ли, я не знаю. Но в воде некоторые живые, некоторые мертвые. Мы сегодня пришли на пляж в 10 часов примерно, потому что ночью было прям очень холодно. Вода, скажу вам так, что не самая теплая, но если сидеть в воде, то нормально. Мы уже переотдыхались в этой Кирилловке, ничего не хочется, знаете. Вот. Единственное, вот идет у нас сейчас разговоры, что можно поплавать на банане, а так уже все надоело. Ну, вот так. Водичка, конечно, я же говорю, если не вылазить с воды, то очень даже теплая. А людей очень много, август месяц, последний месяц лета. И я думаю, что каждый, кто еще не был на море, пытается приехать сюда отдохнуть. Так как мы сегодня едем домой и опять будем ехать в ночь, то Юрчик говорит, что нужно с 11 до часу ему поспать, так как он водитель. Ну, я его, конечно, понимаю, но в последний день не очень хочется просто проваляться. Вот банан прилетел. Мы как раз и на этом катались, и на зеленом катались. Вообще классно. Вчера мы провели день в аквапарке. Есть ролики, как мы катались на горках. Небольшие тоже вот с GoPro-шки. Я еще не смонтировал. Обязательно все смонтирую и загружу на канал. Ну а пока мы отдыхаем. Очень-очень хорошо. Покупали уже сегодня чай с креветками и с таранкой. И все нормально, ребят. Солнышко светит классное. Тучек мало. День классный. То есть мне все нравится. Вообще все очень и очень хорошо. Да, вчера была вода похолоднее, чем сегодня. И мы были вчера в аквапарке, а вечером пришли на пляж, а вода холодная.
И... А в бассейне классно это. Есть ролики с бассейна. Я сейчас вам все помонтирую, все загружу, не переживайте. Ну, не знаю, что рассказать еще. Все очень хорошо. Мне нравится отдыхать. Я люблю отдыхать. Так как работы у меня много, мне начали писать, что вот ты не имеешь права никуда уезжать, у тебя столько хозяйства, завел, должен ухаживать. Но, ребят, я же его не на произвол судьбы все бросил. Оно там все накормлено, там у них у всех убрано, все процедуры по графику у них сделаны. Единственное, что это кормить. Покормят их тетя Нина со Светланой Николаевной. Я считаю, что нормально. Медузы жалят не сильно, вот на грубую кожу, на взрослого человека совершенно ничего не чувствуешь. У меня на ноге, вот на пальце, вот здесь я натер немножко мозоль новыми босоножками. И вот этой раной дотронулся до медузы, и рана немножко печет. У Вани тоже на пальчике, он в аквапарке вчера сдер так кожицу. Хорошо, что мы ходили даже в этот... в медпункт, ему пластырем заклеивали. И он тоже дотронулся до медузы и говорит, что ранка печет. И вот если руками трогаешь, руки не пекут, а вот если руками потрешь глаза, то вот за лицо от медуз печет, потому что на лице кожа более нежная. И... так что, если вы приезжаете на море, где есть медузы, то будьте осторожны. Очень много людей выбрасывают медуз на берег, поэтому запах стоит невероятный. То есть, медуз то убирают с пляжа, то не убирают. И они вот так лежат, разлагаются на пляжу. Ну, не самое приятное зрелище. И от этого никуда не уйдешь. То есть, так как они выброшены полностью по всему берегу. Вон идет купаться тюлень. Юрчик, ты еще не спишь? Только в воде не за... А, уже поспал? Оп! Ну как тебе отдых в Кирилловке? Передай маме привет. Да. Еще несколько человек спросила, женат? Спросили, женат ли Юра? Нет, Юра не женат, но нам надо его женить. Не надо. Почему? Ну, им надо. Нам надо, ему не надо. Да, лет не тусили, на да, мы просто на свадьбе очень давно не были, так что... Поедем на косу? Пошли, перекусим дыньку. Мы купили дыньку, сейчас будем есть ее. А потом планируем поехать уже. Да. Юра уже поплакал. Поплакал, поплавал. Мы купили дынь, сейчас пойдем ее есть. Дынь здесь по 10 гривен, по 9 гривен, по 15. У разных продавцов разные. Мы подходили к одному человеку за лимонадом. И спросили, а там у него лимонад по 10, а у остальных по 15 и по 20. А я говорю, а почему у них 15 гривен? А продавец говорит, потому что они придурки. Я не ожидал такого ответа. Вот так. То есть цены совершенно разные. Притом вот у одного одна цена. Вот шашлык. Мы покупали шашлык на море. И на море, ну по набережной. У одних 45 гривен за килограмм. Ой, за 100 грамм. У других 30. То есть вот настолько цена разная. И у тех свинина. Непонятно, почему такая большая разница в 50%. То есть и там берут. И это все в одном ряду. И также и молочный коктейль. В одном месте 20, во втором 25, в третьем 30. Также и пиво, то есть и 15, и 20, и 25. В аквапарке вообще по 40 гривен за, ну, за бокал. Это вообще, ну, то есть, и еда очень дорогая. Есть с аквапарка со столовой тоже ролик. Я думаю, тоже загружу, потому что многим будет интересно. Майонез, маленький вот такой майонезик, 50 грамм, то есть расфасованный по маленьким баночкам. Стоит 15 гривен за 50 грамм, вот такой, то есть до 15 гривен стоит 400-граммовый майонез. Но я не знаю, это чересчур нагло. Я считаю, что цены настолько завышены, то есть цена-качество не соответствует в Кирилловке. То есть кошмар какой-то на самом деле. С ценами и также и аттракционы. То есть вот пойти в аквапарк, заплатить 500 гривен и целый день кататься на горках, на вот этих всех, стоит 590 гривен. А вот покататься вот здесь полчаса, это стоит 100 гривен. То есть
каждые полчаса платить 100 гривен, то есть ребенку, чтобы купаться здесь целый день, 1000 не хватит. Ну, это же ненормально. А это просто одна горка. А в аквапарке и бассейны, и все. То есть, знаете, каждый пытается заработать как может, но никто не вкладывает в развитие. То есть, все такое, как 10 лет назад, так и сейчас. Какое-то обшарпанное. А цены растут. Цены растут на все. Арбузы месяц назад стоили 45 гривен килограмм. Ну, а сейчас 8. Разница, конечно, есть. Вот такие дела. Ну, люди все равно едут отдыхать. Выбор небольшой. На Азовском море Кирилловка всегда переполнена. Так что вот такие дела. Ну все, они... Нет, они вон все три тюленя увалились и лежат. Не едят еще дыньку. Сейчас я вам попытаюсь их показать. Ага. Не сильно видно. Ну вот. Вот здесь они. Вот они. Не сильно видно. Все. Пошли мы есть дыньку и поедем на косу. Возможно, поедем на остров Берючий, но это не точно, он закрытый, он платный. То есть на своей машине, чтобы заехать прокатиться, нужно заплатить деньги за каждого человека. Не за машину, это, конечно, какой-то бред, потому что один я в машине или четыре, я еду одной машиной. Тоже все как-то не очень. Так что, наверное... 10-й раз в Кирилловку был последний, но это не точно. Посмотрим. Все, ребят, всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока.